начала обучения необходимо, чтобы ребенок запомнил нотки картинки. И мы будем играть с Машей с такими фишечками в игры, чтобы она знала, какая нотка, какая картинка. Вот. Смотри, что у нас есть. Такие. Помнишь, мы нотки с тобой изучали? Помнишь? Да. Да? Угу. Давай-ка поиграем с тобой. Будем играть. Так. Я еще Баба-Яга. Баба-Яга еще была. Смотри-ка. Какая это нотка? Доник. До. Нотка до. Да? А это какая нотка? Репа. Репа. Буква Ре. Нотка Ре. До. Ре. Ми. Фа. До, ля, си. Это до доника. А найди ко мне нотку до. Ну-ка поищи нотку до. Так, еще, молодец. Еще. Да, около домиков она стоит, да? Нотка до. Вот она нотка до. Давай мы сюда пока будем откладывать. Стой. Оп. Нотка до. Найди мне домик. Нотка до. Ну-ка давай посмотрим, сколько здесь ноток до. Давай. До. До. Еще ищи такие до. А, ты ищешь нотку си. Да? Правильно. Синичку поставила. Молодец. Так. А это какая нотка? Соль. Солнышко, соль. Вот мы с Машей ищем нотки, запоминаем. Ой. Да, игра на запоминание ноток. Ищем нотки и ставим их на клавиатуру. Да? Ми, правильно, ми. Нотка ми, только надо, наверное, нам маленький с тобой взять. Да? Итак, для начала надо ознакомиться с нотками. Так как мы с Машей уже начинали знакомство с нотками, некоторые нотки она уже знает. Но называет их все-таки по картинкам. Не нотка до, а там домик. Вот мы сейчас будем играть в игру с такими мелкими фишечками. В альбоме есть такая страница, где есть раскладка клавиатуры, в том числе с картинками. Давай, Маш, нам надо будет спрятать все картинки. Давай все нотки спрячем. Давай, ищи нотку до. Ищи нотку до. Давай я тебе помогу. Смотри, куда мы ее поставим. А посмотри-ка, здесь маленький домик. Надо маленькую. Да? Куда ты нотку до? Вот большую сюда ставь. Не маленькие. А, ты маленькую нашла. Ну давай. До. Хорошо. Медо, 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 медо. Медо, медо, медо. А давай Трофим с нами будет, давай. Угу. Трофим, смотри, мы нотки учим. Видишь, домик это нотка до, репа это нотка ре. Мишка это нотка ми. Вот давайте сейчас мама, такие нотки все надо найти. Да, там маленькие. Надо спрятать все нотки. Маша здесь прячет нотки, а Трофим здесь прячет нотки. Давайте. Давайте, кто быстрее спрячет нотки? Трофим, наверное, потом поможет Маше, да? Это маленькая репа, мама. Правильно, правильно, молодец. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, а, до. Мама, это только комысок. Чего? Большая это. А теперь давайте вместе пропоем. До, ре, ми. Давай, давай вместе. Фа, соль. Мама, там еще. Где? Давай еще осипим, Тим.